Трудовые мигранты должны понимать русскую речь. В Краснодаре на базе Аграрного университета открылись первые бесплатные курсы русского языка для иностранцев. Группы уже сформированы, их 3, и в каждой по 10 человек. В основном это представители рабочих специальностей. Учиться они будут вечером после трудового дня, получать домашние задания и отметки в журнале. Читать лекции будут педагоги Кубанского агроуниверситета, те, кто уже работал с иностранцами и знают, как им преподавать. После обучения мигранты сдают своеобразный экзамен и получают свидетельство об окончании курса. Обязательное условие для трудоустройства. Напомню, курсы абсолютно бесплатные и будут проводиться за счет гранта, полученного Русской Православной Церковью. Полгода назад мы договорились с нашей Православной Церковью организовать такие курсы для иностранных граждан, которые прибывают на территории Российской Федерации, в частности на территории Краснодарского края, с целью их дальнейшей интеграции в наше общество. Для того, чтобы они изучали не только русский язык, но и знакомились с нашими традициями, обычаями, историей и культурой. Год назад вступил в силу федеральный закон об обязательном знании русского языка трудовыми мигрантами, работающими в сфере ЖКХ, торговли и быта.